Элемент повторяю. Прорыв во втором отсеке шахты. Тебе доведено изолировать отсек.
Если ты меня слышишь, Бога ради, изолируй от всех! Если ты меня слышишь, Бога ради, изолируй от всех! Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Фримен, ты по-прежнему во втором отсеке. Обнаружена кровопотеря. Обнаружена кровопотеря. Горн, слава богу, ты жив. Фух, эта часть позади. Мы не могли попасть внутрь, пока ты не запечатал шахту. Двери бункера были заблокированы. Воистину, это печальная правда. Я понял, что с тобой все в порядке. На, вот, подлечись. Папа? Да, Алис. Все хорошо? Гордон не пострадал? Все в порядке, папа.
Благодаря Гордону база в безопасности. Чудно. Мы готовы смотреть передачу, Джудит. Мы сейчас подойдем. Пускай Фримен следует за нами. Ступай за мной, Фримен. Да, вперед. Алекс Венс примет на себя роль сопровождающего Фримена. Я вернусь к своим почетным обязанностям. Конечно. Спасибо за помощь. Доктор Кляйнер сказал, что Джудит улетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он не сказал, зачем. На данном этапе сложно оценить размер разрушений, сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Нельзя было ее отпускать. Ладно, ты не смог бы ее удержать. Погоди. Тут есть что-то еще. Это же Борей. Боже правый. Невероятно. Что? Борей? Он действительно существует? Да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей командой. Все думали, Борей сгинул навеки. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Использовать? Да его надо уничтожить. Но подумай о том, какой это козырь для человечества. Таким мощным оружием нельзя размахиваться. Черная меза так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Илай, риск, конечно, есть, но... У нас в руках координаты, чертежи, радиочастоты. Со стороны доктора Мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении. Значит, она все еще жива. Но если ее схватит комбайн... Они вытянут из нее все, что ей известно, полностью разрушив мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за ней. Папа! Илай, если и может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твое пленение. Пускай она что-то знает о Борее, но в твоей голове все планы сопротивления. Папа, доктор Кляйнер прав. Мы с Гордоном отлично справимся. Мы вернем ее. Кляйнер, почему данные еще не расшифрованы? О, нет, данные. Магнусон, я тружусь в поте лица. Осталось если совсем немного. Если ты ждешь разрешения от комбайна, скоро они лично прибудут, чтобы тебе я его передать. Я постараюсь как можно скорее. Вернусь, как только все будет готово. Папа, что?
что с тобой? Хватит. Я не позволю, чтобы это повторилось. Только не новая черная меза. Папа, будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа, ничего, все хорошо. Обопрись на меня. Ты едва стоишь. Спасибо, милая. Через минуту-другую. Мне станет легче. Хорошо. Тебе что-нибудь принести? Да, если не трудно. Чашку чая. В зале для персонала есть чайник. Вскипяти, если он... Я мигом. Гордон, присмотришь за ним? Я никуда не денусь, милая. Спасибо, малышка. Непредвиденные последствия. Последний раз я слышал эти слова в черной меди. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошептал их мне на ухо. Ты знаешь, о ком я говорю. О нашем общем друге. Когда он принес кристалл, я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в тартарары. А теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Будь он проклят. Мне следовало знать, что он спас ее из каких-то чертовых личных соображений. Уорден, мне столько надо тебе рассказать. Между нами, наконец-то, у нас есть возможность. Держи. Все в порядке? Конечно, милая. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... О, простите, что прерываю ваше чаепитие. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Все в порядке. Фримен, кажется, я нашел тебе идеальное применение. Идем, скорее.